Всем привет! Держите деньги на карте? Не боитесь? Чего стоит опасаться? Если вам интересна эта тема, посмотрите это видео до конца. Сейчас мы посмотрим видео, как киберполиция накрывает 3 колл-центра, которые позиционировали себя как служба безопасности банка. Иными словами, это мошенники, которые, прикрываясь названием службы безопасности банка, пытались развести владельцев карт на деньги. Но это не единственная уловка мошенников. После просмотра видео полиции я расскажу более подробно. Поліція України, головне слідче управління. Є ухвала суду на проведення обшуку. Інструкція по тому, як потрібно говорити з клієнтами. Правлю вам смс-оповіщання з вашим персональним кодом для отримання нових карт. Смс-код мені не називати. Чей це документ? Ви можете зазначити? Нашов на вулиці. Давай все давай. Руки, щоб я бачив руки, швидко. Працівниками департаменту кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням за процесуальне керівництво Офісу генерального прокурора викрили 3 шахрайські кол-центри в місті Києві. Зловмисники телефонували потерпілим, представляючись співробітниками Служби безпеки банку, вивідували повні банківські реквізити їхніх карток, спонукали до встановлення програмного забезпечення віддаленого контролю мобільним пристроєм, в подальшому здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів на підконтрольні рахунки. Проведено обшуки 3 кол-центрів, вилучено речові докази. Наразі встановлюється повне коло потерпілих осіб та суми завданих збитків. І так ви бачили, як кіберполіція успішно накрила 3 кол-центра, які намагалися, так сказати, путем мошеннических схем изымати деньги з личних карт граждан. Но это не единственная опасность. Киберполиция, конечно же, работает и нас защищает, но все же вам стоит и подумать о своей безопасности самостоятельно. Главное, помните, что вся эта схема, да, лиц, которые пытаются прикрываться службой безопасности банка, в первую очередь рассчитана на то, чтобы получить ваши личные данные. Никто, никакая служба безопасности банка никогда у вас этого не запросит. Я говорю про реальную службу безопасности. Ваши личные данные, как номер карты, CV-код, который на другом обороте карты, никогда никому не предоставляйте. ПИН-код карты – это то, что знаете только вы и не может знать никто другой. И если у вас просят эти данные, знаете, это сразу это мошенник. А также помните такую вещь, что служба безопасности банка не звонит просто так. Если вам звонит служба безопасности банка, перепроверьте. Положите трубку, перезвоните на реальную службу безопасности и узнайте. Вообще у банков нет такого, чтобы звонила отдельно служба безопасности. Есть общий колл-центр. Если в этом общем колл-центре есть информация, что по вам, как клиенту банка, что должно произойти какое-то действие, вам об этом сообщат. Если нет, это чистой воды мошеннические действия. Но только ли звонки мошенников, которые прикрываются службой безопасности банка, это вся ли опасность? Нет. Есть много других вариантов. Поэтому ваша карта может взламываться. Поэтому лучшая рекомендация – устанавливайте себе лимиты платежа. Что, например, до определенной суммы без подтверждения нельзя списать эту сумму с вашей карты.
нельзя платить в магазине без пин-кода там, выше там, 500 гривен, например. Это все вы устанавливаете сами. Установите себе дневной лимит, чтобы больше такой-то суммы нельзя было снять с вашей карты. И если вдруг вашу карту украли, и украли в том числе и пин-код каким-то образом, но чтобы больше этого дневного лимита, который вы должны поднимать отдельно, самостоятельно, никто у вас ничего забрать не мог. И когда вы обнаружили о пропаже карты и позвонили реально, чтобы ее заблокировать, чтобы ваши, так сказать, потери были минимальны. Установите себе лимит на перевод с вашей карты, если кто-то сумеет попасть там, да, в ваш, например, личный кабинет интернет-банкинга. Поустанавливайте себе ограничивающие какие-то вещи, которые в случае мошеннических действий относительно вас и ваших денег на карте, если не привели к невозможности осуществить эти мошеннические действия, то как минимум ослабили бы ту потерю, которую в итоге вы понесете. Защищайте себя, и знание своих прав – это самое важное. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, будем вам благодарны. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, дабы знать о всех наших новых видео, а также задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео. Всем успехов!